Приветствую всех на канале Molecula FPV Россия. С вами мистер 2М. Сегодня полеты на М7. Третий полет. Сегодня двухлопастные винты. Посмотрим, как на них будет ходить. Так, переключился в Horizon, опять в Акро. Так, у нас высота 42 метра. Это я. Неплохо на двухлопастниках идет, прям хорошо. Так, сейчас проверим круговую антенну. 3 ватта стоит видеопередатчик. Есть некоторые помехи, это естественно. Так, 400 миллиампер съедено. Посмотрим, стоит LiPo High Voltage 4,35 на банку. Максимальная зарядка. Куда-то у меня время полета делось. Ну ладно. Сегодня большой ветер. Пройдем вдоль этого поля. Метров удаления. Crossfire 99%. Есть какие-то помехи по видеосвязи. В принципе, вот примерно на километр ушел. Так, вот антенка разворачивается. Thank you.
скорость 73 километра в час, 75. В принципе, неплохо идет. Меня, что батареечка подсаживается. Немножко сбавлю скорость. Ветер, конечно, влияет. Против ветра скорость сразу падает. Садиться, наверное, надо будет против ветра.
задувает сильно. А вот так скорость против ветра будет поменьше. Окей, что у нас получается? Максималочка 88 километров в час, дистанция полетная 10-11 километров, удаление на 900 метров я уходил, RSSI 97%, максимальный ток 30 ампер, но это на взлете, как правило, ток большой. 3000 миллиампер в час я съел с аккумулятора. Аккумулятор на 6400, но он у меня третий раз съел, поэтому, думаю, еще раскачается. Так, что еще у нас? Всего я налетал 12 минут, в принципе, можно было до 15 протянуть. Максимальная высота 43 метра. Ну вот, в целом, хороший полет. Удачное приземление. Ничего не сломалось. Сегодня такой ветер небольшой есть, поэтому было довольно сложно заходить на посадочку. Ну, М7 все-таки это тяжеловес, у него полетная масса 1 килограмм, сам он полкило весит, плюс еще, кстати, GoPro-шка, ну да, в районе килограмма он. И, конечно, скоро я сделаю литий-ионные аккумуляторы, и по 2 штучки, я думаю, полетное время увеличится примерно в 2 раза. Винты мне понравились, 70-38, двухлопастные, очень на них мощно он идет, так что всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь обязательно на ВКонтакте и остальные соцсети, кому какие удобные. Скоро, я думаю, М7 будет закончен. В принципе, этот полет уже показал его стабильность. Единственное, мне пока не очень понравилась дальность приема видео. Ну, у меня простенький шлем с простеньким приемником, поэтому пока как бы требовать я сильно от него не могу что-то. Более, ну, по крайней мере, все это поле было пролетано, и я думаю, что дальше будут тесты уже на дальность, буду смотреть, насколько будут вытягивать эти хорошие канадские антенны True RC этот простенький приемник, который здесь стоит в этом шлеме. Но шлем отличный для начинающих, я думаю, лучшего варианта не придумать. К тому же можно сделать адаптацию под ваше зрение. Всех, кого интересуют дроны нашей разработки, можете по ссылке переходить в наш магазин на AliExpress, а также пишите в личное сообщение ВКонтакте, и мы обсудим, какой дрон вам нужен, какая нужна аппаратура, и соберем весь комплект, чтобы вы начали летать так же, как я, и оттачивать свой навык и летать лучше, чем я.
у вас будут все возможности, когда у вас отличный дрон. Вы можете заказать М5, можете уже заказывать М7, у кого какие задачи стоят. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был мистер 2М и канал Молекула FPV Россия. Всем пока!